С понедельника на должность заместителя главы по социальным вопросам назначен Александр Новиков, возглавлявший ранее комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу. Сейчас руководить этим комитетом будет Марина Кулакова. Должность еще одного заместителя по экономике пока остается вакантной. Управляющей делами назначена Василина Черных. Вячеслав Седунков теперь возглавит МУП ККП. С 3 по 26 апреля объявлен месячник по санитарной очистке города, который завершится 27 апреля общегородским субботником. Парковые зоны и наши городские площади. То есть там до конца текущей недели необходимо навести идеальнейший порядок. Убрать песок с дорожек, с газонов, вымыть урны, скамейки. То есть малая форма, которая там существует, одним словом, привести в порядок. Сейчас в администрации готовят графики посещения главой всех предприятий и организаций муниципального образования. Встречи с коллективами пройдут в течение апреля. В учреждениях образования весенние каникулы. На это время отдел социальной защиты населения направил на оздоровление 24 ребенка, причем 10 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 1 апреля на территории области устанавливается особый противопожарный весенне-летний режим.